Я немножко попутал. Вместо подвала давайте что-нибудь еще. Мы что, доходили? Нет, ты правильно. Ну, ты название немножко не так. Не подвал, а подземелье. Там. Ты за ачивочками хотел сходить? Ну, как бы это тоже. Ну, понятно. Но... Пока Максим не слышит, ты можешь нам признаться. Да. У нас же другие приключения. Ну, я про это приключение говорю, оно не подвал называется, а какое-то подземелье или как-то так. Я за любой кипиш вообще. Я давно. Давайте вот... снежное приключение. Давай. Там есть подземелье, именно данжон такой, как приключение. Я короче, думал, идем туда. Я думал, ты про него говоришь. Да, да. Дело так. Не в ачивках, вернее, не только в них. Не только лишь в них. Не то чтобы дело совсем не в ачивках. Совсем чуть-чуть. Просто раз уж мы играем вообще, почему бы их не получить? Можно получить это ачивку. Раз уж мы тут уже собрались вообще. Да ладно, мы только ради них собрались. Раз уж мы напали на этого босса, да. Ладно, давайте уже получать ачивки, к черту, этот бессмысленный петинг. Да, за треп ачивки не дают, к сожалению. Тем временем Discord вводит ачивки за то, что вы просто сидите в программе и разговариваете. Мы с Лехой через 2 часа. Ну а так, а что у тебя тогда было в 98 году? Ну что, как энергопотребление в апрелевке? Налажено? Стабильно? А что, мы же не в Дипрок играем, и не охот. Энергосеть не будет так перегружаться. Ну ладно. Просто понимаешь, когда под землей на глубине больше километра ищешь барехи, нужен весь свет, максимальное электричество, чтобы видно было. Поэтому перегрузки происходят. Сеть не выдерживает. Ну, хасуй, стало быть. Рыси такой, ну ты же понимаешь, когда под землей рыси выходит из чата вне сети. Ты же понимаешь, когда под землей... Нет, звук Дискорда отключаешься. Давай в снежное приключение. Хочешь снежное? Я хотел в тайны подземелья, не? Короче, вот суди нас. Да. Я голосую за снежное, потому что тайные подземелья там чисто битвы, а в снежных можно еще... Не-не-не, тайны это не подвал Хильдебранда, это тайные подземелья. Это которое ПВП, небось, да? Ты на ПВП хочешь затащить? Нет, ПВП золотая лихорадка называется. А. Подвал Хильдебранда это именно вот чисто подвал бесконечный, а есть тайные подземелья. Вот нажмите новую игру, просто посмотрите... Когда так, приключение выбираешь, там морские глубины и следующее тайные подземелья. Так, тайные подземелья. Исследуйте страну Фарук, поделитесь произвольным. Да, 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 генераторы хаоса, глубоко, все. Это какое-то, типа, знаешь, мне кажется, типа Dungeon and Dragons такая отсылочка, пародия. Чё-то мне кажется, что будет основное приключение, просто там будут перераспределены места, точки интереса. Ну, можно попробовать. Мне чисто... Так, ну, 2 голоса было за снежные приключения. Нет, без проблем, давайте снежные. Только оно... Всё. Ребят, только за снежные, оно называется ледяное, так что... Голосование аннулировано. Голосование отменяется. Ваши бюллетни недействительны. В итоге у нас один действительный бюллетень за тайные подземелья. Хитрый каджит. Я буду краснорожей. Постоянно в ярости. Настоящий геймер. Засады, элитная без... контратака. Ничего себе доспехи астронома. Ого. Power Rangers. Жена наставила. О. Санта-Клаус в этом, в Вархаммере. Ага. Одевайтесь потеплее, ё-моё. С рогами да, вообще топ. Так. А у этой получается 83. Трусишки с подкладочкой надевай, рыси. И с кармашком, который теща пришила. Для денег, чтобы не украли в поезде. Слабее прям. У нее элитное обезвреживание ловушек есть. У меня яростный дед, пердед. О, а одежда. Ты же Максима создал, посмотри.
какие-то у нас старцы. Не, с рогами вообще как-то не камильфо. Так, за спиной что там? Рюкзак, купец. О, вот так. Чан с медовухой, колчан, корзина, кура. У вас за спиной что там? У меня сундук с сокровищами. У меня корзина. Обычная корзина, да. Картина-картонка и маленькая собачонка. Фестивус. Рюкзак со свитками, но это астроному нужно было. Что-то твоя ловчая не похожа на ловчую, больше похожа... Ловкий. Неловчая. На неловкого, да. О, идеально! Вот это вот здоровенная... Для ловчих, балу, да? Да. Это спальные палатки для всех. Блин, жалко, у меня органианина нету. Он такой озабоченный получается. Как рысий, знаешь, такой... Сомнение все. Шляпу оставь шляпу. Мое почтение. Мое уважение. My respect, Iron. Так, за спиной что, колчан, наверное, шкуру повесим. Раззимнее приключение. Надо сливаться с местностью. Мое ебало все равно всех выдаст. Среди сугробов. Вокруг тебя не будет сугроба, такой... он будет таять просто вокруг тебя. Да. Боже, рысей. Пожалуйста. Ловчая эпилепсия, походу, будешь ловить эпилепсию. Думаю, синенький, что-то нормальное тем. Под цвет этой. Ну, не бери синенький, мы шоба будем синенький. Бери зелененький. Танишки индиго. Такой ты нужно было. О, такой вот, это органянин лепрекон. Идеально, я считаю. Фиолетовый, да, тоже подходит. Мне больше зеленый понравился. О, темный. Идеально. Гони золото, сволочь. Сейчас мы твой горшочек-то пошерстим. Морской каджит. Хочет вернуться в Эльсвейр, чтобы отложить икру. Отложить икру? В теплые пески. Теплые пески Эльсвейра. В легендах говорится, что на вершине морозного пика самой высокой горы Фарула спрятаны несметные сокровища. Однако любой разумный искатель сокровищ воздержится от поиска, ведь они спрятаны на далеком севере. За ледяным морем охраняют их суровые ветры, беспощадный мороз и непроходимые земли. Но если вы все же пуститесь в это неразумное путешествие, то вашего внимания потребуют более важные вопросы. Герои! Надеюсь, здесь будет Хильдебранд? Да, он же... Куда без него? О! Еще один искатель сокровищ направляется на север! Что ж, у меня для вас плохие новости. Гильдии портовых рабочих не заплатили, и они закрыли все порты. Вы будете торчать тут, пока мы не решим эту проблему. Моя глотка! Не, сейчас нормально прошло. Я чаёк. Продолжай, тебе много читать за него. Возможно, прошлой ночью я выпил многовато фарольских мух. И куда-то засунул бухгалтерские книги. И жопа болит. Они нужны, чтобы заплатить рабочим. Пройдите по моим следам и найдите книги. Горячим следам. Умирает такой. Я смутно помню, что мы с какими-то парнями играли в карты, парни говорили со странным акцентом. На раздевание, походу. Вопрос, таверне решить. Была прекрасная женщина. Блять, заткнись уже. Которая шептала мне на ухо милые глупости. Как там ее звали? Жена сзади появляется. Да, как там ее звали? Живи, Алексей, продолжай. Кажется, мы с королевским братом мчались по лесу. Я не помню, что случилось потом. Офигеть. Таверна, закрытые соревнования и разбитая телега. Идеально.
Так, начало не очень хорошее. Так, что у нас там в городе? На силу есть, Алексей. Кто нас силач сегодня? Ты, Лех, да? Кого насиловать? Возможно. На силу есть изогнутый меч. Он одноручный. 16 урона. Я же могу сам посмотреть. А, в заданиях посмотри, да. Что возьмем? Или Кстати, за 30 да. золота? Меч отличный, прям 16. А у Лехи что там? А у Лехи пугио какое-то на 11. Пугио. Пугио. Ну, Да. слушай, а это у него двойные кинжалы, Жизни, слушай. золото. Давай сходим к нему за изогнутым мечом, а то у него эти двойные кинжалы вообще какие-то ни Ну, о чем. смотри, крит шанс вообще, внезапный удар, у него больше этих всяких бонусов от оружия. Игнорирует броню и сопротивление, то есть пофигу на броню. Ты усиленно агитируешь не идти к нему за мечом, я понял. Я предлагаю, может, это 30 золота взять? Золото, золото. Ожидаемое решение. И чем мы вообще начали обсуждать? Всего лишь убить зверя-человека. Он прям рядышком. Отлично. Прям в лагере. А что у нас на рынке-то есть? Что, у нас денег нет? А, ну да, Залетай. пардоньте. Блин, Нормуль. волчара позорный. Ай, мой глаз! Прям глаз вырычает. Блин, бороду откусил. С волчары начинай. А я буду зверочеловека колупать с защитой от физического урона. А у меня есть пробивание брони, я могу броню пробить. Отлично. Ты смотри, гля. Что творит, а? С фанатками пришел, а не в кустах. О, на троих давай вот этот удар, да. Ну-ка. Нифига на, себе! Ёпта, все! Дайте поиграть! 20 минут пошли и вышли. Ни хрена там кританул. Ему в натуре изогнутый меч не нужен. Его этих Хулио, Ерли. Ай, они очень офигенно. Так. Кстати, у меня высокая боеготовность. А тебе что, боеготовность, да, идет тоже? Ну, у него сила и боеготовность. У меня боеготовность и талант. А, нет, это у тебя боеготовность и талант. А у меня... Я интеллект. Интеллект, самый да. высокий, так что... да. Так, ну что, мне он однозначно не нужен. Давай мне на скорость. Дайте сапоги. Всего лишь пару сапог. Неужели? Ты шел сюда за золотом, уже выпрашиваешь у гладиатора сапоги. О. Он наденет их поверх своих сапог. И Кармыч так вот сразу замолчал, когда ему корень подсунули. О! Дайте мою бужебородочку сюда. А, это тупик тут, да, был? Ага. Куда ты нас завел? Да что, я считай, даже не потратил хода. Да вон, ты завел вот. Нас, не видно низги. Тихо. Санин, не ви мне мозги. О, а слушай, я... тут мы мерзнем. Что? Да, будем терять жизни от холода. Так. Я тоже заметил, что я получил урон на единичку. На интересно, а везде или нет? Так, я сразу себе качну... трубку. Может, я буду лечителем в группе. Должен быть добр. Ты колдун, должен быть добр. Что у меня тут с собой есть? Звездный жезл. Какая-то астролябия, подзорная труба. Замечательно. Я там астролябия какая-то на хороший бонус сначала дает. А, так. Это щит просто. Пойти быть. Отпинать беса из канавы нулевого уровня. Давай. Да. Только ты затянешься? А, нет, ты один не, пока не вот. Затяну. Подожди тогда. А может двое. Ну там этот орк нападает, еще зверочеловек. Да, слушай, мы от холода получаем.
Так, элитная засада. Для засады на одиночных врагов понадобится только одна ячейка. А для засады на лагерь 3. Обезвреживание ловушек. Требуется только одна ячейка для обезвреживания. Контратака. Шанс свести на нет эффекты от вражеской засады. Хм. Ты это что читаешь? Свои навыки. Так. Мои? Нет, свои. У Кармыча получается поддержка дальности боя. Он может с дальнего расстояния в битву вступать. Очень полезно, да. Черная дыра. Мгновенное убийство. Насколько мы помним, предыдущие игры там... Одного врага я за всю игру убил, судя по всему. Не, это мы троих. Да? Да. Во, у гладиата развлечение. Вы получаете золото, если ход завершится на расстоянии одного шестиугольника от города, карнавала или ночного рынка. Это как министрель там или какой-то класс. Короче, да, Лёхе нужно рядом с городом останавливаться. Слава, шанс в начале битвы временно повысить урон от атаки. А вот что ты их ваншотнул. Слушай, это реально, как мне тогда, помнишь, в первой битве черная дыра сработала, и потом не срабатывала вообще ни разу. Так у Лёхи, небось. Да? Один раз показали славу, ну и хватит, типа, посмотрел и все. Надеюсь, ты не прав. Ой-ой. Идеалочка надо. Ух. По почкам. Выплевывает зубы. Ух ты, косой. Ну давай, покажи своими кинжальчиками, что ты умеешь. Что умею? О, нихуя. Дайте поиграть. Я только ресурсы распределяю. Ну как? Уклонение. У кого самое низкое уклонение? Где оно? У тебя, тебе нужно, у тебя 12. Да, значит я ем. Я ем. Брагу мошенника. Жахнул браги. Прибухло уже на второй. Я не дерусь, я чисто менеджмент и бухло. Идеальная ролеплей. Я бы вынес это на семейный девиз и на щите бы выбил. Менеджмент и бухло. Надо перстик сделать. Так, пойду в Утсмак, посмотрю, что там за квест. Что это там? Что это там? Так, о, боевой топор. Расшатанный пирс. Ну, он опять на 16 урона нафиг нужен. Так, 30 золота, 30 золота, 30 золота. Так, так, убить зверя-человека, убить страшное привидение. Убить страшное привидение, нет. Привидение мы не пойдем, оно страшное. Вот зверя-человека можно. Зверя-человека, да. Там проверено уже. Нифига себе, куда переться. Ладно. Не так уж и далеко. По меркам этих островов, на которых мы плавали. А, ну да. Там вообще вилла. А если в городе, то... Мне кажется, нормально, да. Не будет снимать, да, урон холодом? А, получается, кстати, да. В бордель провели отопление. На какие шиши? Вот на какие шиши? Почему налоговая не интересуется этим? О, здравствуйте, главный налоговый инспектор. Налоговая в доле. Вы тоже здесь? Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Привет, привет. Как добрый. Ваши дела? Как ваше здоровье? Давненько отлично. Не видели. Еще не пошатнулось. Не пошатнулось? Это же хорошо. Так, а нам трубку давайте. Имеет смысл покупать? Ну, всем? Пока да. Потому хотя бы первую, да? Еще неизвестно, где тут массовый хил какой-то, будет он или нет. Тебе рыси, кстати, тоже будет на своем ходу купить. Она да, всего 20. Зайду. Да, зайду сейчас в город. Долгоиграющая у вас игрушка на самом деле выходит. Да. Ну, она да. У того что-то монстра вы закинули потихонечку, там талисман что-то вас не видать. Ну что, на прошлой неделе гнили там. От валунов уворачивались. Ты, по-моему, Вестланд сейчас гниешь. Как тебе, кстати? Ой, Вестланд вообще офигенный. Вот именно та ролевка, которую я ждал. В лучших традициях, да? В лучших, прям, в самых лучших. Приятно будет посмотреть, наверное. Просто я один из людей, которые...
типа первый Fallout не переоценивают. Мне больше второй гораздо нравится. Первый был скорее таким демкой, наверное, возможности. Ролевая система, которая помещена в игру скорее. Там от игры было, на мой вкус, не очень много. Второй Fallout намного бы лучше в этом плане. Ну вот, Кармыч, давай, блистай, твой выход. Поэтому к Wastelandу, типа, ну, мне всегда Wasteland казался чуть более проработанным во всех отношениях. Дорвался. Наконец-то я сыграл. Поколдовал. Давай второго ворона убьем. Ой. Яма с грязью. Пойду с Феоклом поздороваюсь. Давай. Кармыч на выходе из города чуть в грязь не упал, а? Была здоровенная коровья лепёшка. Упс. Боже, их теперь три. Ааа, мой глаз! Сейчас я их снесу, погодите. А, вас носи быстрей! Ух ты! А почему я так не могу? Почему у меня так не получается? Тренер, блоки не работают. О, давай. О, слава. На, ворона. Гладиаторские бои. Не что, с воронами драться? Первая волна. Авада Кедавра. Ворона убита. Я просто... Легко отделались. Да я при смерти уже. Мы могли бы почерпнуть три существа с крыльями в этой игре. Вы что? Ну да. Вы что, забыли? Я никогда не забуду то страдание на пирамиде этой, где меня в камень превращали, убивали камнями каждый ход. Я просыпаюсь ночью с криком от воспоминаний взгляда чайки. Да, да. Помните этот холодный взгляд? О, да. Полный зла и жестокости. Иммунитет ко всему. О, прошло, кажется. Холод прошел. Потеплело. Сейчас будет один день весны, а остальное все будет опять холод. Игра престолов. 10 лет зима. Нет, смотри, все равно холодом получаем урон. О! Я знаю, куда пойдет Каджит. А, непростые грибы. Непростые грибы. Слушай, из Монстр Хантера прям. Ты их везде находишь. Отравился. Блять. Поганка. Нет, это не поганка, это подосиновик. Просто это же органянин. Он сожрал его, чуть не умер от токсикоза. Так, ну святилище я возьму, если никто не против. Провалился в пещеру. Блин, у меня нету фокуса. Не, ставлю можно лёгкий. Выйти. О, я еще и жизни восстановил. И фокус! Теперь пойду в... А, у меня же этих нет ходов. Подожди, пока в пещеру не заходи, там, по-моему, какая-то это... О! Судьба говорит мне, заходи. А на что там проверка? Блин, а непонятно. Не смотрел. Ладно. Глазочек. На глаз, да. Шоколадный глаз. Отлично. Ну, в моем шоколадном глазе 6 золотых монет. И набор инструментов для ремонта лодки. И башбородка! Да, и свиток телепортации! Ты в порядке, точно? Класс! Кармыч, ну, такой, вытаскиваю все это. Да в хрывай. Этот карман я больше ничего класть не буду, так что даже не просите. Собрали тебя на дорожку кто-то, да? Ну. Блин, все равно холодно. Каджит дезинформировал. Ну, я тоже, да. Я тоже, да. Зима, пойдем в зиму, блядь. Там будет весело. Приключение на 20 минут, да. Выйди из зоны комфорта, говорили они. Да, на 20 минут приключение. Мы тут сейчас умрем за 20 минут от холода. Вот подлечись. О, бабка. Иди сюда, мразь. Любитель старых женщин. Ах ты старуха.
Ты хоть башбородку сожри, что ты кинулся-то на бабку? Он какой-то особый гриб. Неумолим какой-то. Ювелир, гриб-ювелир. Стал берсерком от подосиновика. Угу. Так, к уклонению. О, еще одна! Ваше здоровье. Ваше здоровье, господа. Менеджмент и бухло. Хорошо ты устроился. Ну? Блатное место. Нет ли случайно травки, чтобы вылечить яд? Вот! Вот! Теперь мы можем продолжить! Наконец-то. Хорошая работа. Наконец-то. Так. Съешь грёбаную башбородку, я тебя прошу. Палка работает в полсилы. Спорим, не съест. Told ya. К счастью, у нас есть гладиатор с корзиной. Гладиатор с корзиной. Гладиатор с корзиной. Так, таверна. Гладиатор Максим. Вот сбитая телега. Нет, это уже чересчур. Теперь мы можем продолжить. Хорошая работа. Прям все, все тут. Так, боже, сражение самому не... О чем вы говорите? Подходите. Выйди в таверну направо. Вот сейчас убьем этого зверя-человека. Ты в таверне... Я, пожалуй, останусь здесь. Ты в таверне получил урон от холода, ничего себе. Там нет отопления, в отличие от Бараделя, потому что туда не ходит главный городской налоговый инспектор. Да мы тут подохнем, ребят, от холода. А я из таверны колдую. В окошко стреляю палочкой. Ой. В этом приключении есть ачив и открытие персонажа. А я думаю, Чулёха затих, а он ачив не смотрит. А в этом в подземелье тоже есть второй персонаж открывается, другой персонаж в подземелье. Так что это... и то нужно проходить. Я к тому, что это квест. Квест с обычной пещеркой какой-то. Надо сейчас посмотреть. Мало опыта. О! Дайте мне щит. А у тебя одноручное, да, копье получается? Да, да. Крутяк. Меня подождите! Не, ну логично, что здесь урон холодом. Это же не город. Ну, пока минимальный. Хотя чувствую, там по-любому будут какие-то ивенты, которые там будут кучу здоровья снимать холодом. Боже, пьяный пират. Что за какие бухгалтерские книги? Вот здесь вот наша карта сокровищ по-честному нашли. Хочешь ее получить? Только через наши рупы. Какая экспрессия. Много экспрессии. Слушай, а ты подлечился, кот? Ты съел башбородку? Я съел башбородку, да. Но я все равно отравлен. Блин. Что там Алексей наколдовывает? Смотри, что, а? Бля! Гладиатор творит. Наверняка. Даже от табуретки уклонился. От розочки уклонился. Бля, что мы творим вообще? Все кроме меня творят. Колдун не уклонился. Так, это тварь загаси. А у Ешечка есть? Не. Нах, подмышку. Короче, Алексей тут тащит с своим гладиаторским этим. На Алексея уповаем. Они на уровень выше нас, так что... Это мы удачно зашли. Ну. А, нет, Кармыч уже отмылся. Да. Блин, вообще. Двуручные мечи, кинжалы. Все может измениться. Ну да.
Так, о, сейчас, кстати, ее и откроем. Бухгалтерская книга. Так. Ну что, я, наверное, сейчас сразу использую карту, чтобы не забыть. Давай. Где тут она? Это же моя повозка с прошлой ночи! Клянусь, это дерево просто выпрыгнуло на пустом месте! Господи. Блин, там что, тупик, что ли, не пройти? Нет, почему? Так, можно пройти. Не, по-моему, здесь нельзя. Здесь можно пройти? Блин, он в воде. Ну ладно. Да, это рыся. Ты же догонянин, да? Не, вот здесь, по-моему, нельзя пройти, да? Не, можно, можно. Можно, да? Ёбаная ворона! Она ужасная. Один на один. Блин, как же она жестока, за что? За что? Какая мразь. Ненавижу. Ну это хоть не кабаны. Да, в этой игре нет кабанов. Не чайки грёбаные, не попугаи. Не чай. Подожди, подожди, сейчас Алексей это. Пусть гладиатор вступает. Сейчас я с двух ног его. Ну. Помнишь меня, чудище? Нет, ну зачем? Достаточно, он же один был. Проверка на память провалена. Чудище говорит, я тебя не помнить. Да. Тыкает вилкой в глаз. Слушай, смотри, слава вообще реально. Каждый второй бой действует. Пускай, пускай, нам надо, чтобы Алексей божил. Божил, да. Геркулес наш. Самодельное копье. Это не мне. Я могу двуручное, но оно ломается при промахе, да? Ну, поиспользуй, пока не сломается. Если оно сильнее, чем твое. Частная гавань или что-то закрыто почему-то? Ну ладно. А, ну да. Видимо, по сюжету должна открываться. Ну, мы идем этого убивать, зверя-человека. Ну да. Нам еще какой-то лес надо найти. Ну, я думаю, сам найдется. А это что? А, темный карнавал. Там билет нужен, да, по-моему? По-моему, нет. Да. Нет, да. А можно. Нет, да, да, нет. Ты можешь назвать? А, какая хода не хватает. Мы замерзнем! Надо было брать дробовое одеяло. Пошел вон. Леху никуда не пускают. Везде закрыто, переучет, перерыв. У нас обед, вы что, не видите? Хуй холодно. Ну куда лезешь, у нас обед? Обед до 18 августа. До 29 февраля. И все ломятся такие. Блин, мы вообще еле двигаемся. Откнулся. Может быть, это из-за вот этой бури? Ну да, вон там, видишь, справа значок. Снежная буря влияет на броски, передвижения и встреч. Так. Никого. Вот этого. Не смогу втроем. Да, никого. Ты не попадаешь. Ну просто остановись, да. Ах да, ачивки. Сейчас посмотрим, почитаем. Ачивки, ачивочки. Пидор. Вчера фокус тырит, его надо валить первым. Сильный толчок, 15 увеличен. Обычно так и 12. Хм. Ну, получше, да.
Нормально. Не трогайте мой фокус. Ничтожество, это все, что ты можешь. Даже не моя финальная форма. Да, гладиатор Максим Бажит, джитерин дроль. О, еще одно тебе копье, если то сломается. Да, давай. Буду это, таскать с собой. Кучу самодельных копий. Потанцую с крапивой. Пошли по порядочку всех этих убивать. Давай, нам надо же где-то найти этот грёбаный лес. Чернокнижников, да, выпиливаем все живое. Так, кажется, это то, что я думаю. Интересненько. Прервали Хилдебранда. Слава богу, спасибо. Хоть глотка пуцелее будет. О, как насадил хорошо. Рыси активизировался. И это все мое копье. Сила. О, это гладиатор у нашего. Силушка. Силушка богатырская. Уровень божения повысен на 0,2%. Так, пещера у нас первого уровня. Отсюда мы не попадем. Это надо обойти. Через лагерь, да. Чернокнижников. Что ж так холодно-то? Мои колокольчики скукожились. Дальше некуда. Не звенят? Вообще не звенят. Я не слышу звон уже который день. Они умерли. Мерзнет, но выступает. Торгует ебалом. На самом деле он не танцует. Он просто, ну ему холодно. Он дрожит, а люди платят деньги. Думают, что это тектоник. Тверк. Так, колдунов. Если сначала одним копьем тыкает, потом другим копьем. По-македонски. Духру. По-аргоньянски, да. АУЕ атакой нужно было. Не, нужно было АУЕ, сейчас он походит. Ну, я получил. За свою ошибку. Ох, палка отлетела. А, что это? А, это на силу. Это хрень какая-то. Хрень, возьми, да. Возьми её, продажу, да. Да даже не смотри, у тебя какие-то кинжалы вообще. Ух ты. Воу-воу-воу. А, это лес-хранители, чуваки. Это ж мы там, мы тут и должны быть. Не, лес-хранители... Никакой индикации не было. Лес-хранители, а, понял. Это, мне кажется, это вся локация. Доберитесь до места под названием «Закрытое соревнование». Во. Да, в этом лесу, да. О, труд. Кстати, прикольно, лагерь, да, мы научились осваивать. Карма чувствует, так телепортации нужно дать. Жадный гладиатор глупый. Хватит орать. Проблем передать вообще нет. Не кричи на меня. Как капец. Я просто взял свиток, аргонянин начал меня оскорблять. Такой, знаешь, ранимый гладиатор, да? Как в этом, самый длинный ярд, когда этому гормоны женские подмешали одному. Да, да, точно. Я же забочусь. А ну-ка. А ну-ка, ачивка. Здесь есть ачивки? Так, ау! А ну-ка, ачивка, давай, выходи. Ой-ой. Выходит костяной трикстер. Костяной хипстер. Хипстер. Давай-ка ткни ему по щам, а я АОЕшкой добью. Давай АОЕшкой и сразу и гоблина на минусане. Гладиатор собрался. Блин. Так, 8. Лучше, мне кажется, этого, беса, потому что у тебя всего одна эта ячейка попадания. У него идеалочка. Не, ну у Кармыча легко, у него все нужно, чтобы одно совпадение. На слабый было. Удар, да, всего один дайс надо кинуть. Ну и тоже он может, он не выпасть. Ну может, да, но у меня вот три дайса, видишь. Бей бабу по хаткрабу. По
воздух от краба. Нормально ты этого отыгрываешь, гладиатора. О, отличненько. Свиток аллегровый. Готово. Так, это что, это Алексея нужно выпить водички. А что ты пропустил? Так один только пьет. Так, если я пропущу, дадут рысию, а Алексею не дадут, поэтому я... Нет, даже я пропустил. Почему? Я еще не выбирал. А, все, да. Понял, понял. Я думал, этот Леха пропустил что-то. Ладно, сойдет. Видишь, он на один глоток вылокал. О боже мой. Вор! Желекуб! Желекуб хуже. Вор хуже. Оп! Оп! А теперь АОЕшечка. Давай, я в тебя верю, Алексей. Так. Скорость. Увеличить скорость во время битвы. Танцующий с крапивой. Новый фильм Кевина Костнера. Танцующий с крапивой. Охуел, что ли? Слабость. О! Мгновенное убийство вора с двумя хп. Как вам? Почему? Почему вора? Зато сейчас Кармыч получит эту сферу, эту черную. Остался только Милитис Джетпакис. Джетпакиус, да. Ау. Греческий призрак. Джетпакиус. Ого, хорош. Прощай. Давай, гладиатор. Я мог вообще его не бить. Так вот, машу палкой, почем зря. Ух ты, какая красота. Звездная материя. Ну, это карма, справедливая добыча, я так полагаю. Ну, это помнишь, мы тогда... Это выпадает каждый раз, когда черная дыра это... О, можно будет сходить на карнавал. Ночь. Как раз рядом. У нас денег нет особо. Ну да. Ну, Руси все равно сходит. О, книжка. Так, иммунитет к яду. У меня и так святилище иммунитет к яду, так что одевайте кто-нибудь. Ну, а Лёха одевает это-то. Я, кстати, проклят. Ну да, кстати, самый нужный параметр тебе снижают. О, дайте шапку. О, это карм еще. Шапочка. Колдуна. Пидорка ученого. Панамка какая-то. Панамка. Вот я, давай, кстати, давай, на карнавал. Куда нужно сходить? В карнавал, думаешь, да? А, ну давай. Блин, надо было вас золото взять. А, там F4, F4 нажимай. Азартные игры, на удачу, давай. Жизненная сила. Там смерть есть. А, там разные игры. Да. Класс. Следующий уровень, золото, фокус. Ничего себе, следующий уровень, прикинь. Ничего себе, потеряно все золото. Тебе надо было не забрать у нас золото, а оставить свое. Давай, промакивай лоб тряпочкой и жми. О, красавчик. Ну хотя бы так. Не сдох, и то хорошо. Да, живой вышел. Спасибо, что живой. Ну, хотя бы не исцелил группу, но хотя бы золото заработал. Так, я пойду. А тебе карма сегодня, да, каменный круг. Каменный круг. Станьте маги, станьте в круг. Мне надо в город. Ну, пойдем, через каменный круг. От хвори. Ой, я умер. Ух ты. А, это не мой камень. Фух. Так, ну у меня... Мозга вообще нет. Ты в натуре Максима отыгрываешь. Вы пинаете камень, лежащий в грязи. Это просто вот он в талисмане. Mm.
И находишь талисман, да. И умираешь. А чё ты вышел? Что там? Закрытое соревнование. А теперь мы можем продолжить. Хорошая работа. Хильдебрандт уже не тот, не вытягивает. А он же, помнишь, мы когда заканчивали это новое путешествие из DLC, там же он говорил, что он на какой-то на самую высокую гору будет забираться. Видимо, вот этот пик и зовут. Нет! Прокрадывание. Пошел он нахер. Обошел нахуй его. Что произошло? Вышел, чтобы не участвовать там на магию, на мозг. Да, я просто посмотрю, как кармыч будет. Это же манящий омут! Надо же. Надо же, омут. Так, максимальный фокус повысить. Темные глыбы образуют широкий круг. Наверное, это место было очень важно для тех, кто поднял сюда. Отлично. Офигеть. Отлично. Что-то получилось. Плюс один максимальный фокус. Нормально, слушай. Так, это мне еще надо в этот сходить, вот тот рунный камень, который Алексей пинал. Угу. Так, у меня все, ходов нет. Выветренный. Алексей бухает сейчас в этом закрытом соревновании, да? Простите, ребята, выпивки нет! Все выпил один жадный клиент прошлой ночью. Книга твоего друга? Ну да, она у меня. Только это не бухгалтерская книга. О, это личный дневник. Пахнет лепестками роз и тобой. И чьими-то тайнами. Дневник Хильдебрандта. О боже! Надеюсь, она ничего из этого не прочла. Подростковый дневник, небось. Хм, ладно. Спасибо, что разобрались с этой проблемой. Я немедленно заплачу портовым рабочим. Вы ведь понимаете, что это должно остаться между нами. Вот вам кое-что. Боже, мне просто физически больно. Не, ну Хильдебрандт не сдулся. Беру свои слова обратно. Он прекрасен. Классненько. У нас есть лодка бесплатная. А вот поэтому разблокировался этот. А на следующее утро ачивочку дали. Ей. Теперь вы вольны использовать порты и направляться... А, кстати, порты или порты, как правильно? И направиться на север. Порты — это что-то из твоей профессии, Лёв. Скорее, порты, наверное. Да. Морозный пик! Не спешите туда, это опасное место. Вам лучше как следует подготовиться. Кстати, вот вам нужно зайтись, окажетесь поблизости. Заткни его. Кажется, к концу путешествия... У меня рак горла. Ну что, к концу? К третьему уровню, я думаю, уже все. Хильдебрандт, мне кажется, умрет к концу путешествия. Он не выдержит. Надрыв такой. Непростые грибы. О, это мне. Специалист по грибам. Только не под осиновик. О. О, гриб. Защита от смерти. Две штуки. Подожду вас, ребят. Да, бабушка это потно. Так. Ладно, сейчас подойду тогда. Подеремся с бабкой, потом наверх пойду. Да не лучше, камень. Я уже бегу. Ну тогда давай, Алексей, с двух ног. Нет, она пропала. Катя, там бабка, колдунья, приходи, прихожу, ее нет. Она была, честно. А где бабуля? Как такая же... чайка вылетает, я за нее. Чайка. И убивает моментально всю группу. Так, услуги целителя. Снимай, да, проклятие, лечись. Нет, благословление. Вот, снимай все проклятие. Есть. Фух. Рука набрала. Снова силен. Да.
Сейчас всякую хрень продам. У меня, кстати, было два набора оружия. Еще был этот Пугио с щитом. Даже не интересно. Да, так Пугио в ручной стоит. Ну, там ручную пушку продают. Чтобы купить. Ну тебе с оружки вообще ничего не подходит. Броню смотри. Да я вон эту бош-баранку куплю. А, отличный выбор. Выбор мастеров. А я пока ночью схожу на ночной рынок. Может, вы мне золото... Перекиньте мне золото, что есть. Я на рынок схожу на ночной. Сейчас. Может, что куплю для народа. Крыси покупает себе золотой доспех. Так, давай, Алексей, перекидывай золото. Знаешь, налоговая такая проходит в порядочку всех. Покупает одеяние плюс 5 к харизме. А на рынке можно продавать или нет? Я что-то не помню. Давай лучше сейчас тебе, Лёх, свои вещи скину, которые... Я правильно понял, что тебе сейчас Лёха заплатил для того, чтобы ты разделся? Так, на тебе баклер и шкур. Ты-ри-ты-ты-ты-ты. И самодельную копицу. Can't you take off your shoes? Take off your баклер. А вот грибы... Баклер. И грибы тоже вынимай. И грибы, да, тебе. Грибы не продавай. Они еще нужны. Да. Они нужны мне для супа. Для супа, да. О! Пойду посмотрю, что там за Лёха камень пинал. Отпиненный кабель. Камень. Выветренный камень. Ну, слушай его. 8 опыта. Ну, лучше, чем ничего. Уже второй уровень. Блин, там еще и... Вопрос. Вопроса какой-то. Замануться. Кстати, чуваки, если у вас есть фокус, и вы нажимаете на себя правой кнопкой мыши, вы получаете за фокус ходы. Угу. Что, серьезно? Да. Что, серьезно? Да. Ничего себе. Я бич. Только играли. Блин, я думал, предмет будет. Ладно. Нормально за фокус ходы получать. Смотри, а. За колдовство. Алексей там пишет уже гневный отзыв. Продай их, продай эти копии, то, что тебе скинул. Только грибы не продавай. Грибы не продавай. Копии продай. А, достижение, пока смерть не разлучит нас. А, одолейте Йети и освободите ее пленника. Получается, в ходе выполнения сюжетной кампании легко пропустить, если не исследовать карту подробно, так как для его получения нужно найти ничем не примечательную ледяную пещеру, состоящую из двух комнат. Вот что я думал, что мы нашли. А-а-а. И мы, это другая пещера была. Ну, это, мне кажется, во льдах дальше. Первый будет Йети, а во второй пленник, которого можно освободить. И но после этого лавки открытия можно разблокировать класс монаха. Угу. Короче, приятно с полезным можно совместить. Короче, нам эта ачивка, конечно, не нужна, но давайте пойдем в неисследованную часть карты. И вообще и во все неисследованные части карты будем ходить. Алексей, копье продавай. А, мой ход? Да, продавай копье, баклер из шкур. Чем тебе шкуры не угодили. Баклера не угодили из них. Бегите, наверное, к этому... к расшатанному пирсу. Расшатанному. Ушатанный. Господи, что я говорю. Так, а мы здесь уже все взяли, получается. Ну да, тут все, внизу видишь эти... это край карты уже. А мы там какой-то маленький кусочек карты справа не исследовали. Нет, там тупик, там, видишь... Давайте-ка вот сюда лучше. Куда? Сундук. Где там нет сундука. А, поплывем за сундуком, который по карте этот... Вот, туда, да. Да. Тут... Нет, то я просто показывал кусок карты, который не исследовал. А я зайду в карнавал. А я сяду... карнавал. На карнавал. Так. Медовая губка. Плюс одно к сопротивлению. 45 монет.
А мы же можем посмотреть. Сейчас посмотрим. А вы можете посмотреть? Лютня. Ему приятнее описывать. О, какой там отличный стеклянный жезл. Мне прям... А, он хрупкий, мне нафиг. Посох гоблина. Не. Шляпа из фольги. О, шляпа из фольги классная. 11 золотых всего. Купи мне. Купи. Ну купи! Шлем, круче, Карм, успокойся. Хрень полная. А что у меня за шлем? Шапка ученого. У меня вообще нет шлема, так что купи. Купи я шляпу! Я же G3 Draw, вы забыли? А, точно! Люхе для отыгрыша надо. Для отыгрыша, да. Для ролеплея. Смотри. Мои персональные данные. Серебряная медаль, она дает крит шанс, физический урон и броню. Вот Алексею, наверное, нужно. Это кулончик. Не, у меня есть. Какой у тебя есть кулончик? Плюс 3 к силе. Или иммунитет. Плюс 20 удача, нифига себе черная кошка. Ржавый медальон, да, 3 силы дает. О, да. Купи мне необычный зон, купи, ну купи! Серьезно? Ну да, иммунитет к кислоте и к воде, это ж офигенно. Будешь Мэри Попкинс? Может, лучше трехлистный клевер купим? Множитель золота дает. Ладно, это его себе куплю. Купи зонт! Зонт? Серьезно, зонт? Зонт! Ну 15 золотых всего! Блин, может кошку лучше купить? 20 удачи. Необычный зонд. Ладно, давай зонд купим. А мы от храба... только меняет. Так, подожди, это то, что... Ну тогда я себе этот куплю. Так. Мы можем все еще купить черную кошку. И у меня зонт будет, мне кошка не нужна. Ладно, давай медовую губку не будем покупать, слишком дорого за одно сопротивление. И причем тебе. Нет, кто скушает? Это кто скушает ее? Ну ты же сожрешь. Ты ее сожрешь сразу. Не, я же могу вам ее принести, эту губку. Можешь, но не будешь. Видишь, как мы синхронно. Я могу. Так, я пошел покупать нам корабль. Корабль. Слишком громко сказано. Так, услуги. Получить корабль. А, услуги, я остался с портовыми шлюхами. Так я не понял, а что, у меня купчей нету, что ли? Да купчей у Алексея. Фу. Ага. Ага. Ты же ее продал, надеюсь. Быстрее, Алексей, мы с холода умрем, пока ты бежишь. О, смотри, какой охуенный спринт. Угу. Почему сокровище подозрительно? Ты вообще там на востоке в 10 километрах. Это задница мира. Он вообще в другую сторону пошел. Охренеть. Надо же, бронзовый герой! Каджит нас развел, как всегда. Смотри, и вам тоже не досталось немножечко моей славы. Искупались в лучах, так сказать. Ну, я бы хотел возразить, но это так и есть. Так, ну раз мы тогда... А, манящий омут он никуда не ведет, потому что мы ничего еще не открыли, да? Да. А, в принципе, сейчас же нас Алексей засосет к себе на судно. О май. А ты можешь подойти к Алексею, два шага сделать вверх, взять у него этот, ну, чтобы он тебе перекинул, и потом обратно. Три шага к Алексею, два шага в этот, в гавань. И... А там на две клетки перекидывается? Не, смотри, раз, два, три, ты на три хода сюда идешь, берешь у Алексея... Сейчас, секунду, телефон отойду. И два хода обратно. Три шага назад. Нет. Тихо на пальцах. По ступеням вверх. Я пою. А между тем на меня... сокровище написано, что оно подозрительное. Mm-hmm. Мне подозрительно, что оно подозрительное. Оно специально подозрительное, чтобы это... Может быть, там Крякен? Крякен. Это мифическое существо, да? За которое у меня нет ачивки. У меня вот тоже нет ачивки за Крякена. По-моему, нет у меня, да, ачивки за Крякена? Не помнишь? Да. Ачивка суши-шеф.
Там нужно именно убить его, а мы его прогоняли всегда. Угу. На следующее утро, это что это? Утро. Помогите Хильдебранд найти свои следы. А, ну то. Мне, кстати, для ачивки нужно еще 11 статуй, которые вот ты только что подрезал. 50 каменных героев. А у тебя разве не прокачиваются? Нужно именно каждому? Да, 50 нужно. Ну да, у меня 44. Слушай, подземелье лавы — это, по-моему, из последнего DLC там, да, где был выбор между гладиатором и... Помнишь, мы там выбирали, да, куда пойти? Да. А вот тут есть «Бегите из подземелья мага и очистите затопленный склеп», мне кажется, это ачивки второго, этого, ну, подземного. Да, возможно. История. Подземелье мага, да. Убейте Крякена, одолейте Йети, освободите пленника. Разблокируйте склад оружия, тоже это в этом ачивка будет, в этом приключении «Лед и пламень». Так, прорвите на месте. Куда мне пойти? А к Алексею подойди вот сюда вот. На соседнюю клетку возьми, пусть тебе Лёха купчую скинет. Лёх, кидай купчу. Ишь. И теперь да. И покупай. Отлично. Ого, 8 жизней, ничего себе, Лёха. В прошлый раз нам какой-то плод давали вшивый. Элитная шлюпка. Элитная шлюпка. Я сейчас фокус потрачу и вас затяну. О, а чё только Лёху? А, я же далеко, нахожусь. Ну, вы сплавайте к сокровищу, а я пока подбегу, ну, потом вдоль, да, берега, да, и затянете потом. Я схожу еще на этот. Сокровище подозрительное, я напоминаю. Это, ну, специально. А как по-другому? Конечно, подозрительное. А вдруг там Крякен? Ну иди, иди. А еще нет. Не будет там Крякена. Нужно больше грибов. Уже третий муравинт какой-то. Опять грибы. Рыси валяются в куче грибов. Гальциногенные подосиновики. В грибах все, даже небо, даже Аллах. Ну давай, залетай. 6 крекенов. Да обычно сокровища. На сундук мертвеца. Деньги. Золотой корень. О, мне как раз он нужен. И смерть. Ух ты, какое, что это? Кул с шипами, физический урон. Так, а, я тут могу только собрать. Собирай, конечно. Еще. Ну вот. Так, сейчас тебе, Лёха, все отдам. А вы это, о-о-о. Зеленоглазая, это хрен. Не, кол с шипами. Боевая пика, Анти. Кол с шипами она на этот, на боеготовность. А вот боевая, да, пика, вот посмотри. Сейчас. Плюс кол с шипами, плюс боевая пика. Чем вы там занимаетесь на лодке вдвоем? Не смотри. Так, ну я, наверное, буду огибать остров с севера, чтобы кота подобрать. С севера, да, давай. Такая музычка играет. Экипировал этот копье? Нет. Не понравилось? Да, нет, да мне кажется, его мечи лучше все равно. Они какие-то это... Заколдованные. Они крит шанс дают и броню пробивают. Игнорируют полностью броню и сопротивление. Ну, пугио, да, они крутые. Ничего не скажешь. У него полностью сопротивление и броню игнорирует, так что. Ну, пики тоже, хороший, кстати, пробивающие удары, крит шанс, еще и на скорость дает. И у пики 2 дайса всего кидать, а у пугио 3. Угу. Потесть, возьми в бой какой-нибудь. Не понравится, да, сменишь на пугио. Ну да, вон Кармыч там тестил же все эти туковины. Так, а когда появится возможность подобрать? Когда мы у тебя в радиусе окажемся, да? Да. Ходите на вопрос бы сплавали, ну ладно.
Нет, сейчас, наверное, смотри, Лёш сможет уже подобрать потихонечку. По паре ходов делай ко мне. О, прям моряк, смотри. Гладиатор и моряк. Гламоряк. И гладиатор, и моряк. Мариатор. И мариатор. Как подобрать? Мариатор. А, вижу. Нет, нужно еще. Нет, не хочу, не! Только за ноги. Ага, я не пойду к этим дедам. Дедам, так, да. Так, ну что, куда? Это мы тебя так в чат заманили. Заходишь, и два деда таких. Так, ну можно налево сплавить. Иди сюда, внучок! Налево сплавить. Тут карта не такая большая, она вытянутая вверх. Слушай, да, реально, она узенькая, но вытянутая вверх очень сильно. Она узенькая, но широкая. Узенькая, но широкая, да. Смотря как голову повернуть, да? Да. Смотря как масштабирование выкрутить. Вертикально. О! Ой, дружелюбные дельфины, ух ты! Макс фокус. Ничего себе, ляка. Флиппер. Флиппер. Хаус флиппер. Хаус. Там этот, знаешь, как мат, когда запикивает этот дельфини такой, этот писк или как. В матку запихивает? Нет, мат, мат. Ругань, ругань, хана. А. На запад плывем. Да. Или там тупики будут, не будет этих. Нам надо посмотреть в любом случае. Надо доплыть до... до окраин. У меня сейчас в голове играет морская музыка из Героев Четвертых. Ой, какая тема шикарная, да. Прям вообще. Такая мелодия вообще. Богоподобный саундтрек. Да, да. Так, а у нас же есть свиток Ирины Аллегровой. У кого он? Нет, это у меня, не по-моему. То. Не, ну что, он же ж этот, а не, он не у меня, у кого-то другого. Он у меня, но я посмотрю сейчас попозже. Ты плыви. Ты плыви. Мне кажется, что тупик будет. Он клочок какой-то торчит. Да, больше похоже на тупик, реально. Стоп, минуточку. Хорошее место для рыбалки. Он на юге. Кстати, там на удачу рыси. У тебя же там этот медальон поднял тебя до 70. Сплавай на юг. А, стой, да, я же, подожди, у меня же есть штуки для вас, я же не с пустыми руками. А-а-а, мой зонт отдай! Да. Шапочка из фольги, необычный зонт! Три хода без нее пробыть. Давай, давай. Хорошее место для рыбалки. Шапочку сначала. Че там поймал? Золото! Модная лютня. Это на что? На талант. Лютня от фирмы Гибсон. Ты лучше всех, кстати, играешь. Так что можешь это экипировать, лучше, если хочешь. Множитель золота дает, слушай-ка, интересно. Экипирует. Воин переквалифицировался в музыканта. Потому что там золото. Когда увидел множитель золота, да? Да. Так, броню возьму. Басист, скажем, тут, походу, тупик. Ну да. Значит, на север плывем. Да, на север. А, ну не зря это типа северное приключение. А мы плывем на север, Да. Шапочку дал. Шапочку. А он же тебе дал. Экипируй, да. А, ты ее экипируешь на свой ход, наверное, только. Я не вижу у тебя шапочки из фольги на аватарке. Фух. О! Как хорошо. Вылитый. Это реально Максим. Блин, это правда. Язычная громадина. Там как Витча с собой взял баскетбол записывать. О, я вижу на Руссель, ребят. Ёбаный ворот. Господи, даже здесь чайки. Мне страшно даже в 10 клетках от нее. Да ты... ты куда прёшь? Лицо разобьём. Каджит. Вальгала! Иди сюда, ребят. Погнали нахуй. Зарасфигачит наш корабль, чердям. Посмотрите на эти глаза. О! Блять!
Она помяла шапочку! Я сейчас штанцию сменить буду. Отойду. Блин, капец какой-то. Капец, она стрёмная. Ой, это карм еще, наверное. А чё она делает? Мне, пусть выкурят. Может, я подлечусь заодно? Да, уровень как раз повысит. О, идеалочка. Как я на чайку-то, да? Налетел. Ну ты реально это губишки-то измазал серебряной краской. Я прям ощутил твой рывок. Ну? Я аж посидел в этот момент. Слушай, мы, кстати, не получаем урон от холода на корабле. Хорошо. Так, ну что, исследуем на востоке, да? Да, давай. Будем так вот плыть влево-вправо, влево-вправо. Давай чуть ниже. Поворот. Идеалити. Ради 8 опыт. Ну, кстати, стоило бы фокус потратить. Там повреждения ж могли получить. Ну да. Зачем сюда? Что ты делаешь? Я случайно нажал, у меня просто разговор на альт. Я себе маркирую по этому дорогу. Давай, Лёх, направо. У нас дружелюбный рубак, кстати, есть, можно к нему сплавать. Внизу чуть-чуть. На юго-восток. Ой, ничего себе, чуть-чуть. Я тут рядом смотрю. Да, давайте тогда туда сплаваем. Как раз дорожку откроем. У нас же есть удача. Удача! Герой! Ой, не напоминай. А. Буря началась. Угу. Там уже скоро какой-то пиратский капитан. Ну, кстати, тут, походу, хаоса, я смотрю, нету. На временной шкале пока что. Ну, вон он там. А, да. Не, точно. Это обычно это проклятие. Понял, наверное, понял. Мне, наверное, лучше, да? Там на удачу? Тебе, конечно, да. Не зря я обвешался талисманами. Они, оказывается, для рыбалки. Ремонт корабля. Ну, ты пидор, конечно. Что у нас так? Блин, нафиг мы к нему плыли. Оставь, может, его. Да, на потом. Он тонул. А он еще, он тонул. Я ему раз уничтожил корабль. На таран. Да, взял на таран. Хочешь мой ублюдок, мать твою, хочешь мой корабль отремонтировать? Я сейчас твой отремонтирую. Я отремонтировал. Мы сейчас ищем йети в море. Все ради ачивки, Алексей. Угу. Ой, ладно, как будто вы сами не прочь получить. Я не прочь, конечно. Никто не прочь. Надо ж кого-то подкалывать этим. Коготь ворона, он какой-то.